Весна – время оттепелей и потепления. Именно в этот сезон хочется как можно больше времени проводить на свежем воздухе. И сегодня мы узнаем, хотят ли югорчане, чтобы в городе было как можно больше мест, где можно провести время с пользой. И вот есть такой проект «Инициативное бюджетирование». Обустраивают районы города. Вот хотелось бы, чтобы в городе было побольше парков, каких-то зон для прогулок? Да, конечно. Хотелось бы, чтобы в городе появилось что-то более масштабнее, чтобы, ну, было где погулять. Но мне кажется, тут общий интерес в том, чтобы и молодежь гуляла, и взрослые люди тоже прогуливались с утра вечером. Как вы считаете, в городе нужны парки побольше, хорошие? Да, обязательно. Желательно универсальные. Да. То есть можно деревья с качелями. В городе нужны парки? Ну, я считаю, что в городе у нас много парков. Но, несмотря на это, лишними они не бывают. Всем нужно место, где погулять можно. И чем больше таких мест, тем лучше. Хотелось бы, чтобы в городе было побольше парков, каких-то мест, где можно погулять, может, что-то конкретное хотелось. Да, я думаю, этого недостаточно немного в нашем городе, лично для молодежи. Чтобы больше парков было именно для молодежи, думаю, со всякими интересной архитектурой. Угу. Вот. Как бы да, хотелось бы, чтобы побольше было. Ну а хотелось бы, чтобы, допустим, вот в районе, где живете, был парк? Конечно. Да, это очень классно. Молодежи надо где гулять, чтобы они по городу, так сказать, могли культурно проводить время. Как оказалось, действительно, многие жители Югры хотели бы, чтобы в городе было как можно больше парков. И пока они благоустраиваются, вас ждут уже существующие благоустроенные места, чтобы прогуляться. Всем хорошего, позитивного дня и доброго утра!